Всем привет! Пришла очередная посылка. Вот такой бутылек. Заказ с магазина Озон. Все скотчем перебинтовано. Вот это они перемотали. Специально, что ли? Ладно. Вот такой флакончик мне пришел. Это у нас смазка для вело и мотоцепей. Очень хорошая фирма. Написано тут Бельгия. Я ранее заказывал на Озоне вот такую смазку. Скорее не смазка, а перед раскруткой ржавых каких-то деталей брызгаешь, и она действует молниеносно и намного качественнее, чем та же ВД-шка. По всем характеристикам превышает качество. Ну, надо будет цепь помыть с бензинчиком. И потом на зиму смазать. Она ложится как пленочка. И не сырость. И влага там ничего недоступно становится. Хорошая, в общем, смазка. Хвалят ее. Идет вот такая трубочка. Она вообще вот здесь должна быть. Вот так замотали. Снимаешь. Ну, наверное, все знают. И крыш. Трубочку вот сюда. Вот так примерно. И наносишь. Все. Такой кратенький репортаж на мои заказы с Озона. Будьте здоровы и пока-пока.